Так, слева в левом нижнем углу появляется у нас Юпитер. 11 июля 2019 года в Харькове, 21:44 по Киеву. Невысоко пока над горизонтом Сатурн. Под 45 градусов стоит на ребре, когда в зенит вылезает, становится практически плоским. Эх, была бы хотя бы такая погодка пару дней назад, когда Сатурн в оппозиции был. Может, и увидели мы этот пресловутый эффект Зеллигера, когда кольца Сатурна ярче выглядят намного при перпендикулярном освещении Солнцем. Так, ладно, сейчас по-скоренькому прицелимся по Юпитеру. Очень интересно, почему же фотоаппарат постоянно в обратную сторону фокусируется? Ну. Ганимед уже вижу. Справа от Юпитера Ганимед, слева Ио, а Каллисто почему-то не хочет нам показываться. Европа сейчас прямо за Юпитером. Ее увидеть возможности у нас нет. Вот Ганимед уже мелькает хорошо, а еще правее должен быть Каллисто. И главное, в светлое, в более, еще на закате, в сумерках, видно было Каллисто. А вон он мелькает. Один раз мигнул. Проявил себя, ну ладненько. Пускай так. Хорошая безветренная погода. Грех было не поснимать. А Европа будет видна после 23-х, то бишь через часик где-то. Так, ну поехали к Луне. Вот она. Бабах. Красотка наша. Ну вот так.
Вот тебе ветерок поднимается, надо же. Сглазил. Ну что, пожалуй, все на сегодня. 21:50 по Киеву. 11 июля в Харькове.